Земля проклята. И все из-за нас. Терния и волчцы произрастит она. Нам. Доколе не возвратимся в землю, из которой вышли. Ибо мы прах ее. С 15 по 16 марта 2001 года чеченцами Арсаевым Супьяном и его сыновьями был захвачен авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Внуковские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Стамбул-Москва. Захваченный самолет совершил посадку в аэропорту Медины, Саудовская Аравия. Целью угонщиков самолета была привлечь внимание мировой общественности к российской геноцидной войне в Чечении и заставить российские власти к прекращению войны и началу переговоров между воюющими государствами. В результате проведенного спецназом Саудовской Аравии штурма самолет был освобожден. Штурм был произведен лишь после того, как саудовцы узнали, что угонщики самолета не имели при себе оружия. В результате подлого штурма саудовских спецназовцев был убит Супьян Арсаев, который не сопротивлялся, надеясь на мусульманскую солидарность саудовцев. 42-летний Супьян Арсаев. Инвалид первой группы, брат бывшего министра шариатской государственной безопасности Ичкерии Асламбека Арсаева. В Первую русско-чеченскую войну Супьян Арсаев активно участвовал в войне против российских оккупантов, где и получил тяжелые ранения. Вместе с ним в угоне самолета участвовали два его сына, 19-летний Дени и 16-летний Ирисхан. Они были приговорены многолетнему заключению в Саудовской Аравии. Да примет Всевышний мученическую смерть ихнего героического отца, отдавшего жизнь за свободу своего народа.